Многочисленные документы и работа с обращениями граждан вряд ли способны настроить на лирический лад. Тем не менее, проект «Стихи живут» в очередной раз доказывает, везде есть место для творчества. В этот раз сотрудники видновских территориальных отделов прочтут произведения Натальи Власовой, члена Союза писателей России, обладателя многочисленных литературных премий. Это стихотворение она посвятила родному городу Видное. Город наш подобен бригу у столицы на причале. Город наш похож на книгу, что раскрыта лишь в начале. Океан под килем брига и прекрасен, и опасен, нас захватывает книга, хоть сюжет порой не ясен. Нам листать ее страницы, нам писать ее совместно. Да, придется потрудиться, нелегко, но интересно. Идеалы не забыты, паруса наполнил ветер, шелестят на школьной липы, у пруда играют дети. На Георгиевском храме купол золотом сияет, а на небе, будто в раме, светлый облик проступает. Более года существует проект «Стихи живут». За это время в нем приняли участие военные волонтеры, водители и рабочие, учителя и учащиеся городского округа. Всего более 60 человек. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.